Приветствую вас. На самом деле проблема не в том, чтобы выяснить, что с вами, а проблема в том, что вы будете с этим делать. Дело в том, что изначально у вас заниженная самооценка и позиция такая, что вы недостойны любви и недостойны уважения. И проблема в том, что вы настолько привыкли считать, что когда вас унижают, оскорбляют, возможно, даже применяют насилие, вас любят, и это все идет с детства, что теперь, когда к вам проявляют другое отношение, вы чувствуете себя уже не в своей тарелке. Соответственно, что нужно? Нужно повышать самооценку, развивать любовь к себе, то бишь принятие себя. Нужно прорабатывать детско-родительские отношения и менять те паттерны поведения, которые зародились еще тогда, да? Вот, и, соответственно, только в этом случае вы сможете постепенно в процессе работы чувствовать себя лучше, именно вот когда к вам относятся с любовью и уважением. Ну, сами подумайте, если с детства вас постоянно только ругают, да, и обращают на вас внимание только когда вы сделали что-то плохое, и, по сути, никогда вас не хвалят, то вы волей-неволей будете делать так, что вас унижали и оскорбляли, для того, чтобы вы получали хоть какое-то внимание, вот. А при этом чувства и мысли, которые появляются естественным образом, да, они вытесняются из вашего сознания, они вытесняются, и соответственно, ну, в результате того, что они вытесняются, вы думаете, что вот так вот и нужно, так и нормально, нормально, когда вас оскорбляют, унижают и так далее, вот. Проанализируйте сами, из чего состоит ваш дискомфорт. То есть вот вы говорите, что тоскуете не по себе. Почему именно вы тоскуете? В чем вам не по себе? Скорее всего, вам хочется вернуться туда. Там, скорее всего, все понятно для вас и предельно ясно. Там, скорее всего, привычно, понимаете, там, скорее всего, именно привычно вам. То есть вы себя чувствуете там, в своей тарелке, понимаете, вот. Соответственно, это подтверждает, вот, отношение человека, да, подтверждает вашу собственную позицию о себе. Сейчас у вас позиция о себе осталась той же, а отношение мужчины к вам стало другим, и поэтому вы чувствуете себя не в своей тарелке. Возникает диссонанс. Вот. Соответственно, очень жаль, что вы не описали, как у вас отношения складывались с первым мужем, но при условии, что два брака у вас уже сложились неудачно, есть большая вероятность, что и третий брак тоже сложится неудачно. То есть вы будете вести себя так, чтобы и третий мужчина начал вас оскорблять, унижать и так далее. То, потому что, ну, без работы с психологом вы будете к этому стремиться, и только эта единственная позиция будет для вас наиболее комфортной, и в итоге она будет вести вас к определенной цели. Либо доказать, что вы недостойны отношений, либо доказать, что мужчины все недостойны отношений, ну и так далее. Вот, по факту, по сути. Вот, поэтому здесь нужно работать. В первую очередь над принятием себя, повышением самооценки, во вторую очередь над проработкой детско-родительских отношений, если вы хотите, чтобы брак ваш был счастлив. Вот. Подумайте, чего хотите, ведь тоскуете, да, тоскуете, значит, чего-то хотите, чего-то не хватает, чего не хватает, вот. И, соответственно, вот вы пишете, что рядом со мной мужчина, который любит меня, да-да-да, а вы,
вы к нему как относитесь? Вы его любите? Вот. А сколько времени прошло между разводом и, собственно, повторным, ну, уже повторным выходом замуж в очередной раз? Сколько? Как долго вы были одни? А, ну, одна. Как долго вы были? А можете ли вы вообще быть одна? Понимаете? Вот. В этом случае, возможно, имеет смысл свадьбу пока отложить, побыть наедине с собой, поработать с психологом, вот, и научиться себя любить, и тогда уже выстраивать отношения. Вот. В этих отношениях, поверьте мне, мужчина ваш, который сейчас с вами, он будет лишь только счастливее. Вот. То есть подумайте, чего вы хотите для своего мужчины настоящего, вот, в том числе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.